Друзья, всем из Мерсина большой привет. Мы немножко работали. Сегодня воскресенье, друзья. У нас в саде немножко работали. Я решил сегодня с вами поделиться. Один проект, хороший проект, элитный проект, друзья. Это район Арпачпаще будем. Но сейчас в данный момент находимся в перегород Сливке, столица Кулибника находимся. Мы отсюда сейчас поедем. Арпачпаще, друзья. Здесь маленький ремонт идет. Это для сада маленький дом будет. Это наш сад, наш дом будет. И ремонт идет. Очень большой ремонт. Но еще не закончил. Работа идет. И с той стороны еще наши работники тоже здесь отдыхают параллельно. Итак, я вам хочу сказать, друзья, хочу немножко с вами перед обзором поговорить. Город Мерсин – это действительно сейчас инвестиционный город. Сейчас много людей покупают недвижимость в Мерсине. Почему? Потому что цена очень доступная, чем Алания, чем Анталия, друзья. И поэтому выкладывают деньги пока дешево. Особенно как-то в 23-м году аэропорт Чукурова как-то открывается. Цена совсем другая будет, друзья. Сейчас даже уже дорожает, друзья. Так что поэтому город Мерсин, друзья, очень выгодно и инвестиционный город, перспективный город, друзья. Здесь тоже уже постоянно новый проект строится, поэтому очень хорошо, надо разбираться районы, друзья. Надо знать, какое место можно купить, какое место будет на будущее хороший район, друзья. Это очень важно, в самом деле, друзья. Аркада мангал да гостеребилерсин, чок гюзель горюнюр. И сейчас у нас будет здесь обед, друзья. Обед будем. Очень люблю, как-то в саде так своим знакомым пикник делят. Сейчас мы сначала с вами посмотрим пляж, потом поедем в проекты посмотрим. И если есть у вас какой-то вопрос, друзья, про город Мерсин, можем с вами поделиться через Viber, WhatsApp и Telegram. Именно вот этот проект, если вам интересно, можем отправить вам прайс-лист, друзья, через WhatsApp можете написать. Итак, друзья, еще хочу отметить, в конце месяца мы с вами будем, где будем? В городе Киеве будем, друзья. Украина будем. Украина будем, друзья. Если из Киева кто-то нас смотрит, для индивидуальной встречи можете заранее записываться, друзья. Что мы там будем делать? Будем вам рассказывать, друзья, как правильно купить, как можно правильно купить недвижимость в Мерсине, друзья, и в Алании. Так что для консультации вы готовы встречаться, друзья, в Киеве. Давайте теперь поедем потихоньку. Сначала пляж, потом вот это проекты, посмотрим, которые на стадии стройка. Поехали. Друзья, в Мерсине везде пляжи очень хорошо. Песчаный, длинный, широкий пляж, друзья. Именно Мерсин из этого тоже очень известен своим пляжем, друзья. Мерсин это уникальный город, друзья. Посмотрите, пожалуйста, как Майами. Уникальный пляж, огромный, большой, широкий пляж, друзья. Так что песчаный пляж ровно, ровно. Она не сразу глубоко, друзья. Можем даже вместе идти, посмотреть. Так, вот, посмотрите. Вот, вот, вот. И потом вместе скоро будем смотреть. Вот это проект, который песчаный пляж. Очень красивый, тепло, хорошо. Вот такой. Вода очень тепло. Много людей уже приезжали. Сегодня воскресенье, но пляж полный, друзья. Действительно, море это
врач, море – это для здоровья очень важно. Покажи, пожалуйста, море. Красота. Это все песок. Здесь все песок. Красота. Я очень люблю именно здесь купаться. Именно в Мерсине. Я больше всего в Мерсине купаюсь. Потому что здесь безопасно. Здесь не глубоко сразу море, пляж. Здесь никакой галька нету. Пляж очень хороший здесь. Поэтому, если вы сюда приедете, друзья, обратите внимание, пляжи именно где хорошо, где лучше можете выбирать, потому что море в самом деле очень важно, где вы будете жить. Но в Мерсине везде пляжи очень длинные, широкие, песчаные. И особенно вот этот район Сусанолу, район Аяши, район Ташуджу, район Арпач-Башиш, друзья, Арпача тоже очень хороший пляж. Так что, друзья, давайте теперь поедем, посмотрим наши сегодняшние предложения, которые на стадии стройка, элитный проект, который в конце декабря готов будет. На продаже есть разные блоки, разные этажи. Друзья, если вы хотите увидеть, что там осталось, мы готовы для вас поделиться, показывать, друзья. Так что давайте, поехали! Вот в таком виде, друзья, вид очень красивый. Еще никогда не закрывайся вот этот вид, потому что впереди два этажа лицей и впереди есть вилла, друзья. Между прочим, вот эта вилла тоже на продаже. Еще относится это сюда. Элитный комплекс, друзья, еще стройка идет очень активно, вот турки работают, молодец турки, да, даже в воскресенье работают они, чтобы успевать в конце декабря, друзья, в конце декабря готов будет этот проект, очень богатый, вот в таком виде будет, потом, друзья, вот в таком виде, огромный большой бассейн, друзья. Вечерний вид, вот таком вечерний вид, в таком виде будет, друзья, вечером. Есть открытый бассейн, большой, огромный. Есть парковочное место, друзья. Есть место барбекю, есть беседка, есть детская площадка, агуапарк, детский бассейн, друзья. Так что богатая инфраструктура, место расположения отлично, дорогие друзья. Район Арпач-Башиш, друзья, в сторону перегород Эрдемли, друзья. Эрдемли – это столица Лимон, друзья. И вот эта улица, которую вот, покажи, пожалуйста, вот эта улица – это центральная улица в Арпаче, друзья. Это что? Это говорит о том, что все продукты, магазин, аптека, поликлиник, банки через 3 года здесь будет. Поэтому вот это место, вот эта дорога, это вторая линия. Вторая линия будет очень активна, друзья. Еще будет дорожать, особенно как-то в 2023 году открывается новый аэропорт, который самый большой второй аэропорт в Турции, друзья, в Мерсине. Чукурова, название Чукурова, друзья. Так что, друзья, я вам всегда говорю, это Мерсин инвестиционный город. Если вам нужна более подробная информация про Мерсин, я с вами на связи. Между прочим, еще раз напоминаю, в конце Киеве, в конце месяца в Киеве будем. Если вы хотите про Мерсин, какую-то вам информация нужна, друзья, именно из Киева. Кто нас смотрит, можем с вами индивидуально встретиться и поговорить. Давайте продолжаем, можно немножко дальше идти, назад. Вот мы на 10 этаже с вами находимся, друзья. Разные этажи, разные блоки. Есть на продаже квартира 1+1 70 квадратный метр, 2+1 125 квадратный метр, друзья. Еще, если вам нужно прайс-лист, мы готовы для вас отправить через Viber, WhatsApp, что там осталось. Очень мало квартир осталось, друзья. Очень длинный вот такой зал, друзья, большой зал с кухней. Вот кухня здесь будет, вот это все кухня будет. Еще здесь можно поставить диван, вот здесь диван можно. Еще здесь будет
телевизор может поставить, и как здесь сидите, и посмотрите вид на Средиземное море, и балдеете, друзья. Так что давайте планировку вам показываю. Это просто одна примерная планировка. Это прихожая, друзья. Здесь будет дверь, главный дверь. Здесь шкаф, длинный шкаф. С правой стороны мы вам показывали уже зал и кухня. С левой стороны общий санузел. В санузел уже даже камень поставили. Отделка работы идет. Здесь сразу напротив спальная комната, друзья. Спальная комната вот в таком виде. Там здесь тоже есть вид на море, друзья. Здесь можно шкаф поставить. Здесь вот здесь можно кровать поставить. Как-то вы утром встаете, смотрите на море и балдеете, друзья. Действительно, вид на Средиземное море. Вид очень красивый. Отсюда тоже красивый вид. Покажи, пожалуйста, оператор. Вот в таком виде она продается. Так что, друзья, очень интересный проект, очень хорошее месторасположение, особенно здесь пляж очень хороший, Арпач Пашиш, друзья. Если вам нужна более подробная информация, можем с вами поделиться через WhatsApp, друзья, прайс-лист мы готовы вам отправить, друзья. Сегодня воскресенье, мы скоро еще пойдем купаться, я очень люблю купаться в Мерсине, друзья, потому что здесь пляж очень приятно. Песчаный пляж, вот такой немножко плавается, как-то ходит, как массаж делает. Типа как массаж делает, очень удобно, хорошо для здоровья, друзья. Так что решили параллельно с вами тоже поделиться вот этой проекте, в каком этапе. Каждый этап я вам показываю, как здесь стройка идет, друзья. Так что, друзья, город Мерсин развивается, друзья. Город Мерсин – это уникальный город. Город Мерсин – это интересный семейный город, друзья. Это моя родина. Так что в Мерсине все будет лучше, чем сейчас. Поэтому, друзья, не пропускайте свой шанс. И если есть у вас мечта и возможность жить в Бозе, Средиземное море, не откладывайтесь. Мерсин ждет вас. Всем удачи, друзья. Пока-пока.